Академия кино и шоу-бизнеса «Старс» представляет 5-ю юбилейную премию Ну что же, наша премия юбилейная «Kinder Movie Awards» продолжается. И сейчас на сцене, дорогие друзья, Светлана Лобода, Алена Крымская и дети Академии «Старс». И как вы думаете, с какой песни они появятся здесь? «Твои глаза!» Твои глаза, 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 глаза. Добрый вечер, друзья! 1, 2, 3, 4 очаровательному цветочку. Алена, аплодисменты тебе! Спасибо! Спасибо огромное. Хорошего вечера, хорошего настроения. Сегодня такое количество талантливых деток находится на этой сцене. Поддерживайте их аплодисментами, потому что сегодня они в этом нуждаются как никогда. Ваша Лобода. Спасибо!
Ну а сейчас на сцене юная звезда Муз-ТВ Камила Исмаилова с песней «Вайрус». Дорогие друзья, продолжается наша церемония. Специальный приз за вклад в благотворительность. Для вручения этого приза на сцену приглашаются народный артист России Сергей Филин, а также Александр Филин и Ивена Работова. Специальный приз за вклад в благотворительность. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, Лужники. Добрый вечер, дорогие друзья. Какой потрясающий, удивительный вечер. Какие невероятно талантливые дети. А вы знаете, как много детей талантливых, которые нуждаются в протянутой руке. Как много детей, которые мечтают, чтобы в них поверили, чтобы дали им шанс. И они так же, как
дети, которые сегодня здесь дарят нам невероятный праздник, вышли на маленькую, на большую, на любую сцену. И для этого есть люди, которые занимаются благотворительностью. Спасибо тем, кто помогает, тем, кто нуждается в помощи. А сейчас я хотел бы вручить тарелку за особый вклад в благотворительность Ирине Кудриной. Ваши аплодисменты. Он с черной короны говорит вам большое спасибо. Мы вас любим! Итак, фонд Ирины Кудриной «Северная корона». Ну что, получайте тарелку, ребята. Огромное спасибо Ирине за ее... Ну а прямо сейчас на сцене детской премии «Муз-ТВ» выступает Маргарита Базыкина с песней «Целого мира мало». Нам с тобой так легко говорить ни о чем. Мы смеемся с тобой под осенним дождем. Этот город нам рассказал свои секреты. Что ж, очаровательные соведущие Наэми и Этель Берхияевы. Да, спасибо большое. Следующая номинация — это «Лучший дуэт года». Правильно? Да. «Лучший дуэт года». В номинации представлены Алексей Воробьев и Коля Коробов. «Ямайка»,
Дима Билан и Елизавета Анохина. Звезда Филипп Киркоров и Сурен Платонов. Моя любовь. Бородатые дети. Ну и ладно. Для вручения премии на сцену приглашаются замминистра Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Мануровна Кадырова, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и обворожительный гном Гномыч. Добрый вечер, дорогие друзья, дети, родители. Вы большие молодцы, что вы творите для своих деток такое счастье выступать на сцене перед родителями, перед своими зрителями. Я это точно знаю. Всем удачи, новых свершений и побед. Дорогие друзья, пора раскрыть интригу вечера. Почему сегодня мы с вами? Мы 2 дня назад запустили масштабный проект поставки отечественных музыкальных инструментов в школы искусств страны. И первые 30 инструментов Брянские школы искусств получили. Удачи всем! Лучший дуэт года. Фитюкова. И Сурен Платонов. Не было бы этого дуэта, если бы не было этого потрясающе талантливого парня, который действительно вложил душу в эту песню, нашел ее, позвонил, нашел меня, предложил мне эту песню спеть, и я очень рад, что в моем репертуаре появилась такая замечательная работа. Я очень рад, я очень счастлив, что моя энергия и мой голос слился с твоим, и мы сделали замечательную работу, результатом которой стала эта потрясающая премия детского Муз-ТВ. И дай бог, чтобы она была не последняя и в твоей, и пожелаю, и в моей жизни. А я хотел бы еще раз поблагодарить нашу Академию Старс и, конечно же, Яну Рудковскую за такой шанс петь с таким великолепным артистом Филиппом Киркоровым. Мы продолжаем 5-ю юбилейную премию Kinder Muse Awards 2017. Девчонки, скажите, вот Новый год прошел. Кем вы обычно наряжаетесь на новогодних праздниках, на елках? Графинями, вишенками? Ну, мы как-то скромненько одеваемся. Я королева, Ноэмия императрица. А вы принц для Золушки? Ну что вы, ваше величество, ваше высочество, я бы даже сказал. Я обычно кучером наряжаюсь и так никогда не гоню. Помедленнее так, помедленнее. А наш бал именно с такой песней «Помедленнее» продолжает группа M-Band. А также Елена Рутюнова, Валерия Голубцова и Академия Стар. Помедленнее. Никакого с ней будущего нет. Люди шепчут.
разум. Я не готов на компромисс, мне нужно все и сразу. Себя ломая и теряя весь позитив. Я загипнотизированный, мама, подожди. Она другая совсем, она взяла тебя в плен. Она забрала мир с собой и ушла от проблем. Она мой эксклюзив, она мой номер один. Но только об одном забыла, как я ее просил. Я просил любви. Спасибо. Спасибо. Итак, наше шоу продолжается, и мы с Лизой приглашаем на сцену уже практически взрослую звезду, правильно? Правильно. И ты знаешь, кто это? Полина. Буторина! Полина Буторина! Встречаем, давайте похлопаем для Полиночки. Понимаю, уже устали, но Полина, мне кажется, заслуживает этого. Давайте, 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 громче! Лиза, я с тобой, я тебя на гастроли буду брать, так вот перед моим выходом будешь делать. Давайте, давайте! Thank you.
Спасибо большое. Это была песня «Too Late» из моего дебютного альбома «Ocean of Emotions», «Океан эмоций». Спасибо большое. Мне было безумно приятно здесь выступать. Я люблю вас. Сейчас на сцену выйдет актер, композитор и режиссер Алексей Воробьев. Вместе с юным 12-летним артистом и блогером Колей Коробовым. Их совместный трек «Ямайка», который был написан Алексеем специально для Коли Коробова, набрал в YouTube уже 15 миллионов просмотров. Вы готовы? Готовы продолжать? Go, go! Ямайка! Ямайка! Я не люблю слово «вторник» и терпеть не могу понедельник. Возможно, я не трудоголик, но ленивый не значит бездельник. Мне до прохожих не дело, пэр моя атмосфера. Одет, как всегда, не по моде, зато, как всегда, по погоде. Какие тут песни, когда столько шума. Ребята на месте, и не нужно думать, что музыка громко, но только просили. Заходим мы сильно, уходим красиво. Синий жизнь, белая майка, идем веселиться. Субботу. И еще я люблю воскресенье, день зарплаты ходить на работу и подарки дарить день рождения. Мне наплевать на погоду, политику, деньги и моду. Меняется все и без толку, кроме джинсов и белой футболки. Какие тут песни, когда столько шума. Ребята на месте, и не нужно думать, что музыка громкая. Это, конечно, было больно. Коля, держи. Я беру цветы, мне говорят, можно Коле? Ничего страшного, ничего. Алексей Воробьев и Коля Коробов. И Коля Коробов с цветами. Ну что, Лиза, у нас сейчас такая номинация. Специальный приз от нашей феи Яны Рудковской. Мне кажется, это очень важная премия. Конечно, ведь лучший Яны Рудковской в нашей передаче «Детская десятка» с Яной Рудковской нас никто не знает. Она дает нам возможность самим вести передачу. И сейчас поддерживает нас издалека через онлайн-вещание.
Благодаря этому мы становимся настоящими, профессиональными, самостоятельными телеведущими. Итак, номинация «Специальный приз» от Яны Рудковской. Специальный приз от Яны Рудковской. Мою тарелочку «Специальный приз» от Яны Рудковской, а точнее даже целых две тарелочки, я хочу вручить двум замечательным сестренкам Кристине и Мадонне Абрамовым. Уже полтора года они несут почетное звание лиц Академии «Старс». Я хорошо помню, какими они пришли в Академию. Я вела вместе с ними детскую десятку, и сейчас с удовольствием отмечаю тот серьезный рывок, который они сделали в своем творческом и профессиональном развитии. Фактически, вы за это время стали профессиональными ведущими. Вас приглашают на телевидение, это уже большая победа. Так что вы заслужили эти тарелочки. Но это еще не все. В этом году премия юбилейная, и поэтому я решила присудить еще две тарелочки от меня и тоже двум сестричкам. Ноэмия и Этель Берхияевы. Вы в Академии «Старс» развивались как эстрадные артистки, и то, как вы выросли, впечатляет абсолютно всех. Как вы стали держаться на сцене, как вы двигаетесь и отдаете зрителю, какую энергетику несете, это просто потрясающе. Вы большие молодцы, поэтому вы тоже заслуживаете приз от меня, от Яны Рудковской. Группа «Двое» вручает нашим победителям эту красивую номинацию и эти тарелки. Добрый вечер. Нам бы хотелось вручить эти тарелки в очень важной номинации прекрасным девушкам. Первая пара — Кристина и Мадонна Абрамовы. Также приз получает Этель и Ноэмия Берхияевы. Спасибо. Я хотела бы поблагодарить Яну Александровну за столь высокую оценку моего творчества, а также всех, кто голосовал за мой клип на протяжении всего года. Спасибо вам! И, конечно же, моим самым дорогим людям, моим любимым родителям, спасибо! Хочу сказать большое спасибо Яне Александровне за веру в нас. Также хочу сказать большое спасибо моим самым любимым родителям за ваше терпение, за вашу любовь и, конечно же, всем тем, кто за меня голосовал. Я вас очень люблю. Мне кажется, не хватит слов, чтобы описать это чувство, но я, ну, как девочки сказали, что я очень-очень рада. Я благодарна Яне Рудковской, я благодарна Академии Старс, я благодарна всем, кто тут сидит. И, правда, у меня нету слов, чтобы все это описать, и я очень рада. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Растите, пойте на радость всем нам. Ну а мы продолжаем пятую юбилейную детскую премию Муз-ТВ. И желаем удачи следующей юной исполнительнице. И приглашаем Виолетту Ершову. Да? Правильно. Если не клеится.
выбирай за двоих, если не клеится. Встретим бурными аплодисментами Каина Риверса, звезда! О май гад! Встречаем! Начинай новый день и делай все, чего тебе так хотелось. Ты будь всегда на волне, иди вперед, что все вокруг загорелось. Следующую песню мы хотели бы посвятить нашей любимой Яне Рудковской. От лица всех академиков мы хотим сказать, мы тебя любим, спасибо тебе. Сати Казанова и очаровательная Валерия Калинина с песней «Спасибо тебе». Спасибо тебе.
Академии Stars Сати Казанова и Валерия Калинина. Спасибо большое, дорогие друзья, родители и, наверное, просто те, кто пришли поболеть, порадоваться за этих прекрасных, талантливых детей. Я вам всем хочу пожелать доброго пути, большого пути. Вы такие уже счастливые везунчики, что на такой огромной, прекрасной сцене с такими артистами вы уже выступаете как коллеги. Это круто. Желаю вам удачи. Счастливо. Прямо сейчас мы узнаем, кому достанется награда в номинации «Лучший музыкальный коллектив» или «Группа». Лучший музыкальный коллектив, группа. В номинации представлены Академия популярной музыки Игоря Крутого, Продюсерский центр «Рецитал», Продюсерский центр «Эколь», Музыкальная группа «Неон». Для вручения премии мы приглашаем Сати Казанову и Диму Билана. Добрый вечер, здравствуйте! Очень рады видеть вас. И это замечательная акция, которая сплочает, которая каким-то образом нас с вами объединяет и дарит такой замечательный праздник, который мы наблюдаем сегодня. Очень приятно стоять на этой сцене вместе с Сати Казановой.
Полагаю, мы будем что-то кому-то вручать. Точнее, эту легендарную штуку, которую мы все знаем еще по самой главной церемонии взрослой. Вот, тарелка. Итак, это продюсерский центр «Рецитал». Мы хотим сказать огромное спасибо Академии Стар и Яне Рудковской за награду и за доверие. И мы хотим передать огромное спасибо нашему художественному руководителю Алле Борисовне Пугачевой! Лучший! А прямо сейчас встречаем София Долганова! И Air One! Computer overload. Data processing. Is it just a dream or is it real? Got no clue. Loading data. People got socks, but they wouldn't get me and you. Operating. Feelings made her love gets burned. Just for us. Nothing is unreachable. Take me far. Сейчас на нашей сцене Тимати и группа «Бородатые». Кто? «Бородатые дети». Да ты чего? Такое бывает, представляешь? «Бородатые дети» Тимати и песня «Баклажан». Лада седан, баклажан. Что? Лада седан. Не слышу. Лобовуха в хлам, тасит низко. Корпус по асфальту высекает искры. Копы на хвосте, мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без прописки. Ну а чё, красавчик, меня любят киски. 101 роза, пополняю списки. О, какая ж
какие слышь. Дай-ка номерок быстро. Нормальный парень ест кебаб, а не суши. От души, братуха, душевно в душу. Нормальный парень ловит кайф, когда бьет грушу. От души, братуха, прилетает в душу. Городская жизнь, вокруг одни заборы. А я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Владай что? Еще! Влада сюда! Не слышу! Баклажан! Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан, прокачу на лаве седан. Ты послушай меня, милый, придержи коня и спроси у братьев, отпусти для меня. Я тогда надену платье цвета баклажан. Ну, парни, ваш выход! Yeah. Черные туфли, белые носки. Со мной только те, кто мне близки. ДПСов 5 делает мозги. Уходим по дворам, пульсируют виски. И так каждый день, как тренировка. Выбирай права или тонировка. Едем по разделу или снова пробка. Полный бак бензина, пока я постановка. Дела по телефону, я на волне. На районе офис чихане. Ты один с деньгами, приезжай ко мне. Тут нормально, кстати, ковры на стене. Тут все свои, чтоб ты не стеснялся. Ты мурас и братья, все, кто поднялся. Делаю красиво, чтобы бизнес отбивался. Передаю привет всем, кто... Влада сюда! Что? Баклажан! Не слышу! Влада сюда! А ну-ка громче! Баклажан! Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан, прокачу на лаве седан. Девчонки! Ты послушай меня, милый, придержи коня и спроси у братьев, отпустят ли меня. Я тогда надену платье цвета баклажан, сяду к тебе в лаве седан. Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан, прокачу на лаве седан. Ну-ка, девчонки! Ты послушай меня, милый, придержи коня и спроси у братьев, отпустят ли меня. Отлично! Все, кто с нами, поднимите руки в воздух. Все. Вот так. Еще. И один раз громко припев вместе с нами. Влада сюда! Что? Баклажан! Не слышу! Влада сюда! Еще! Баклажан! Красавцы, мощнейшую поддержку дали нам. Спасибо. Спасибо. Ну что же, а сейчас следующая номинация. Лучшая исполнительница года от 13 до 18 лет. Лучшая исполнительница года от 13 до 18 лет. В номинации представлены Ивена Работова, Аружан Ардак, Полина Погусевич, Камилла Исмаилова. Вручение этой номинации на сцену приглашается Филипп Киркоров, Алла Виктория и Мартин Киркоровы. Встречаем! Ну, такой первый выход у нас, по большому счету, в свет. Еще рано, да и неизвестно, когда-нибудь... Будет в их жизни тарелки. Дай бог, чтобы выбрали они профессию себе по уму. Но в данном случае миссия очень ответственная и почетная в их руках. Дети, дайте мне тарелку, я буду зачитывать. Итак, лучшая исполнительница года от 13 до 18 лет Полина Богусевич. Ну, просто вот такой вот звездопад на тебя, наград в этом году. И это заслуженно. Аплодисменты, Полина Богусевич.
Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем людям, кто меня поддерживал, кто меня верил, кто вообще был всегда рядом со мной. Я безумно рада стоять сейчас на этой сцене. И вообще для меня это большая честь выступать на сцене, дарить вам то, что я чувствую, что у меня на душе, что я пережила. Потому что я всегда считаю то, что артист должен быть откровенным со своим зрителем. Он должен отдавать ему все, что он имеет. И это я и пытаюсь сделать на каждом своем выступлении, в каждой своей песне. Спасибо большое. Спасибо. Полина Богусевич, еще раз поздравляем. Спасибо, Филипп, спасибо, Мартин и Алла Виктория. Несмотря ни на что, жить законом жизни назло. Так легко начать, заново мечтать, снова научиться доверять, падать и взлетать, верить и прощать, шаг за шагом от судьбы бежать. Я видел это прежде, так нельзя. С тобой живет надежда и друзья. Загляни в глаза, ответь себе. Таких миллионы, миллионы есть, миллионы глаз, миллионы слов, миллионы фраз. Нас миллионы, миллионы. Продолжает время свой рассказ. Все, что было в прошлом, а сейчас нас миллионы. Судьба услышит, пламя добрых дел разжигай. Как можно выше, люби и мечтай. Миллионы лиц, миллионы глаз, миллионы слов, миллионы фраз. Нас миллионы, миллионы. Продолжай время свой раз. Прямо сейчас для вас выступит Олег Майами и музыкальная группа Академии Stars. С песней «Если ты со мной». Встречаем! Я хочу тебе верить, быть просто рядом. Будет наша любовь в твоей помаде. Мокрый-мокрый асфальт учу глазами. Без тебя не могу, но ты же знаешь. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения каждая секунда в жизни имеет значение. Маяки городов, тебя.
Каждая секунда жизни имеет значение. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения. Каждая минута жизни. Ну что ж, сейчас одна из самых ценных номинаций детской премии Kinder Muse Awards. Согласна. Вот вы знаете, иногда хочется стать именно этой тарелочкой. А знаете почему? Почему? Потому что тогда за мной будут бегать все парни. Ладно, дело в том, что следующая номинация – лучший исполнитель года. Ну ты, Лиза, даешь. Так. Лучший исполнитель года. В номинации представлены Кейн Риверс, Коля Коробов, Илья Колунов, Александр Филин,
для вручения премии приглашается журналист Алена Жигалова и Филипп Киркоров. Лучший исполнитель года Александр Филин. Алена, вручайте. Вам слово. Спасибо большое. Я вообще не ожидал, что я выиграю. Но я хочу сказать огромное спасибо каналу Муз-ТВ, Яне Рудковской. И, конечно же, я хочу пригласить на эту сцену мою содуэтницу Ивену Работову, потому что без нее бы ничего не получилось. Это наша общая песня, и я считаю, что награда тоже должна быть наша общая. Вот кто для тебя, Филипп, Маша Распутина, содуэтница. Хочу сказать огромное спасибо всем. Я очень рада за Сашу. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, ребята. Дим, а у меня к тебе вопрос. Слушай, а почему ты никогда не пел в группе? Вот мне интересно. Я в этом смысле единоличник. Да? Вот я вижу просто коллектив. Ты впереди с гитарой. По бокам Пелагея вообще и Агутин. С аккордеоном, на самом деле, если говорить про музыкальную нет, школу. То нет, смотри, был хорошо, закончен. Ты с аккордеоном, да? Слева да. Агутин, справа Пелагея. Вижу. На входе Градский билеты продает. Так, он это умеет, кстати. Сидит, да. Отрывает, да, понимаешь? Точно. Да. Дим, с кем ты споешь сегодня? Я спою с замечательным молодым человеком, который исполнил вместе со мной песню «Я просто люблю тебя». Это Илья Глазунов. Да. Ну, с твоим суперхитом «Я просто люблю тебя», Дима Билан, Илья Глазунов. Ну что, уже можно совершенно расслабиться. Абсолютно точно. Будьте ближе к нам. Вечерняя грусть в окно постучит ко мне. Но я не боюсь. Сам ее звал к себе. О, как высоко и как независимо. Летает любовь, прописная истина. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой, но не обмани меня. Не знаю любви иной. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Не останови меня. Не знаю любви.
Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Но не обмани меня. Можно смелее, смелее! Не знаю любви иной. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Послушай, мы это сделали, сделали здорово. Спасибо тебе большое за твое старание, за то, что ты так ответственно подошел к материалу и, знаешь, замечательно спел, на самом деле. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Наше шоу сейчас продолжит продюсерский центр «Рецитал». Рецитал, а по-другому быть и не может, ведь ей руководит всеми любимая Алла Пугачева. Рецитал!
Вот, Филипп, вот все знают то, что Басков — это золотой голос России. А как вы считаете, кто серебряный и так далее? Серебряный? Ну, даже не знаю. Но вот платиновые гланды — это, наверное, Маша Распутина. А луженая глотка России — Сергей Шнуров. А вы? А я кузнец, девочка моя. И пора ковать новые золотые голоса. Давайте пригласим же на эту сцену воспитанника Академии Старс Сурена Платонова. Какой красивый голос у тебя, Сурен. Невероятно красивый. Береги его и пой на радость людям, друзьям, своим родителям и всем тем, кому не безразличны такие красивые песни. Музыкант,
невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя и отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, знаю точно. Прошу, ты мне ответь, в какие города мне за тобой лететь? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно, невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Смотрите, вы немножечко как будто бы скучаете. Можно ваши руки увидеть, а? Поднимайте! Поднимайте, не стесняйтесь! Больше, больше, больше! Ну все! Эх, телефоны держат, да вы смотрите. Выше руки! Я знаю точно, невозможно, невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Все невозможно, невозможно, знаю точно. Смотрите, как много шума мы можем создать, а? Стоит только захотеть. Спасибо. Огромное тебе спасибо, Марго. Очень мне понравилось. Замечательный номер придумали. Спасибо огромное. Тебе огромного интересного пути в жизни. Ну и пусть все случится. Пусть музыка тебя радует, вдохновляет. Родители поддерживают и всегда на твоей стороне. Хорошо? Девушки, у меня экстренная новость для вас. Император Японии решил отречься от престола. Почему? Да просто он понял, что пора уже освободить трон для настоящего короля. Короля эстрады. Готовьте цветы и аплодисменты. Мы тоже освобождаем эту сцену для его величества Филиппа Киркорова и Елизаветы Анохиной. Come give me an electric kiss. Show me what I'm gonna miss. Come on, give me just a little bit. I'm here, I'm on with the kettle. Yeah.
в наших руках, скажи мне, что нас ждет, шаг назад или взлет. Эти сны меня к тебе не зря привели, мы с тобой изменим жизнь, да. Это так легко, когда ты будь озаришь, как будто звезда. Ну что же, ваши аплодисменты Елизавете Анохиной и Филиппу Киркорову! Спасибо, спасибо, спасибо! Бери, бери, бери цветочки. Это тебе. Ой, спасибо. Спасибо детской премии Kinder Music Awards за приглашение на этот праздник. Да, это настоящий праздник. Праздник юных талантов. Мы уверены, что Kinder Music Awards 2017 – это стартовая площадка для всех детей и подростков. И придет время, когда они станут тоже настоящими звездами. Специальный приз от телеканала Муз ТВ. Для вручения приза приглашаются лауреат премии Kinder Music Awards 2016 Полина Буторина и Мария Громова. Встречаем! Специальный приз от телеканала Муз ТВ. А также ведущий телеканала Муз ТВ Константин Тарасюк. Премия Kinder Music Awards существует уже на протяжении 5 лет. А ребята, чьи имена написаны на этих тарелках, такое ощущение, что ведут чарты на Муз-ТВ уже на протяжении всей своей жизни. И по такому поводу телеканал Муз-ТВ не мог не отметить трудолюбие, талант и, конечно же, развитие этих ребят. Ну а кому именно достанутся тарелки, продолжат мои очаровательные спутницы. Первая тарелка в номинации «Спецприз» от телеканала Муз-ТВ идет прекрасной Соне Долгановой. Сонь, выходи на сцену. Поздравляем тебя! Мне очень приятно и достаточно неожиданно еще раз сегодня выйти на эту сцену, потому что я думала, что я уже за свои 10 лет все детские тарелочки уже взяла. Ну что же, конечно же, хочется поблагодарить телеканал Муз-ТВ за возможность получить эту награду. Пожалуй, 7-летний опыт на этом телеканале будет всегда самым бесценным и самым важным для меня в моей жизни. Хочется вспомнить, возможно, очень такие интересные истории, как я, 8-летняя девочка, вставала на стульчик, чтобы меня было видно там в кадре. Мы тогда еще с Яной Александровной и Сашей Казаковым еще только открывали детскую десятку, втроем вели чарт. В общем, это незабываемо, я это всегда запомню и буду помнить это всю жизнь. Конечно, хочется сказать огромное спасибо Яне Александровне,
вообще за то, что она делает для совершенствования российского шоу-бизнеса. Также не могу не сказать спасибо Олегу Валерьевичу Вакулину. Именно этот человек 10 лет назад открыл мои творческие способности. И вот какую вы сейчас видите меня, это все благодаря Олегу Валерьевичу. Именно он вот именно подал правильный старт моему творчеству. Также, конечно же, я очень благодарю моих родителей вообще за все, что они для меня делают. Если бы не моя любимая мама, то сейчас бы этого всего точно не было. Надеюсь, что через 3,5 года, когда я закончу МГИМО, факультет международного права, я буду стоять уже в руках с тарелкой не здесь, не на детской премии Kinder Moss Awards, а уже в Олимпийском на взрослой премии Муз-ТВ. Соня, мы тебе этого искренне желаем. Абсолютно. Спасибо всем большое. Я всем очень благодарна. Спасибо всем большое. Я вас всех очень люблю. Спасибо. А вторая тарелка в этой замечательной номинации отправляется Максу Гапичу. Поздравляем. Ну, я очень рад, что я получила эту награду. Я хочу сказать в первую очередь спасибо каналу Муз-ТВ и Яне Рудковской. То, что... Яна Рудковская меня продвигала все это время, и она все время меня поддерживала. И я очень сильно благодарен ей. Еще я очень сильно благодарен своим родителям, которые за меня всегда болели. Молодец, Филипп, Максим. Тебе рисунок. Вот эта девочка, я тебе могу сказать, ждала. Спасибо. Весь сегодняшний вечер она ждала тебя. Это невероятное чувство, когда вокруг столько молодых талантов. Правда, Макс. Это да. Же наше будущее. Это новое верно. Поколение звезд, которых мы будем любить, мы и вся страна. Это абсолютная правда. Это замечательный праздник. Ну что ж, дорогие друзья, наша премия подошла к концу. И пора бы услышать гимн Академии Старс. Академия на сцену! Встречайте!